сахарика. Я поставила стирочку. Воскресенье, мои любимые. Не хочу сегодня ничего убирать. У меня сегодня выходной. После выходного выходной. Сделала себе тут такое место. Завешала полотенцем, потому что солнце очень-очень слепит. А я нашел другую. Хоть не люблю, но целую. И когда я ее обнимаю, все равно о тебе вспоминаю. Привет, солнышко любимое, какие блики. Ой, боже, боже, Люда, Люда. Птички поют, красота вообще. Привет, моя любимая, добрая, божественная, прекрасное утро. Солнечное, воскресное, а там далеко-далеко такие облачка или тучки белые. Смотрите, какие, как будто горы, как будто горы у нас здесь. Мне написался только что стих. Естественно, хочу с вами поделиться, но сначала полью перцы. Федьку уже полила огурчик свой, а этих красавчиков нет. Ой, как неудобно. Давай, Люся. А я нашел другую. Вот эта песня прицепилась сегодня. Бедросович отстал. Теперь вот такое. Хоть не люблю, но целую. Чей это ухари-то там? А, то баночка просто скривилась, миска ее. Какое солнышко. Боже, боже. Люда, Люда. И когда я ее обнимаю... Где твоя подружка розовенькая? Вот. Походу, правда, я коллекционер какой-то. Я не знаю, тут видно будет. Нет, так прикольно за полотенчиком. Не печет солнце. Все так светло, прекрасно и божественно. Давай, Люся. Не видно ничего. Солнце слепит. Солнце слепит. Очень светло. Ой, зашла, ничего не вижу. С этого. С улицы. У меня флейта заиграла в ушах. В наушниках. Вот она у меня стоит под этим стихом. Сейчас. О, я сейчас сфотографировалась. Вот здесь, возле этого. Здесь лежали. Здесь, смотрите. Ой, смешная. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Правда, сегодня не хочу мыть. Во-первых, воскресенье. Во-вторых, один день в году я могу не мыть. Да, разрешаю себе. Сейчас фотографии покажу. Это у нас утренняя была с Харитой сессия. Я причесывалась или расчесывалась, а она вон там лежала, на меня смотрела. Снимай резко. Гриша. Люсечка ушла на дачу. Красота. Кстати, малину надо поесть. С утреца еще ничего не ела. Тоже тут Харита там. Вон ее ухо торчит. А я расчесываюсь. А тут она загрустила, думала, что Юлька ушла, ее бросила. А Юлька пришла, ее взяла. Это мы с ней гуляли утром. Да, надо малину помыть сначала,
поставлю, пусть моется под водичкой, а я потом стих прочитаю. Вот у меня тут малина в холодильнике. Целая вот такая штучка. Мне ее на целый день еды. Еды. На солнышко хочу поставить. Красота. Еще и под такую музыку, как у меня в ушах сейчас, это вообще. Федюнь, ты как тут? Ты как, малыш? Че так мало тебе, солнышко? Давай больше. 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 Солнышко. Красавчик. Красавчик мой. Цветочки дарит, Ирочки. Моя рыбочка. Та-да. Та-да-дам. Та-да-дам. Хочу на солнышко цветочки твои посмотреть. Да, так, спасибо. Спасибо, малыш. Какие они красивые. На солнышко. Красавчик вообще. А тут все на стене. Ой, у меня, наверное, память сейчас закончится. Я же обещала стих прочитать. Маленько. Не хочет резко снимать. Ну, не хочет, значит, не надо. А я стих прочитаю, как обещала. Снимай, Люся. Да. Ты бесконечный Божий лучик, и нет начала и конца. Ты свет, что разгоняет тучи, любовью сотворен Отца. Ты все, что есть в моменте вечном, вне времени и ожиданий. Ты Бога свет в груди сердечный, ты то, что до ума и знаний, ты чувство, что до слов и мыслей, ты состояние полета, ты Кришны перышко вне времени зависло, прозрачно, радужно и беззаботно. Ты бусы, капли, украшающие паутинку, и шмель, уснувший на цветка подушки, ты миг, дарующий от суеты тропинку, фонтан сердечный в маленькой веснушке. Поставила такие фоточки. Почему-то такие поставились. И вот эта скрипка, которую я вам сказала, скрипка дудук. Самвел Ервинян Дживан. Очень нравится музыка. Благодарю, Самвел. Уже 12. Понравился мой стих. 12 число Бога. Кто-то себе взял. И сколько-то 42, по-моему, посмотрели.
Светочка Аладина написала: красивая девочка с прекрасным маникюром. А, это она про Хорочку, потому что у меня точно маникюра нет и не делаю никогда. Хотя, наверное, надо кому-то. Вот, мои любимые, поделилась. И, слава богу, не закончилась память. Люблю вас. Всем прекрасного дня. На желтый телефончик, кстати, снимала. Потому что этот новенький. Музыка. Пока. Спасибо, что вы есть. Не знаю. То резко снимает, то вообще не резко. Юлькина картина. Обожаю ее. А у него мамины глаза.